Неустойливое надворье не привело до росту захворывания на острые респираторные инфекции у Беларуси. Эпидемичная ситуация застается спокойной. Узровень захворывания зараз на 16% нижейший, чем летось. Уздым чекается у конца студеня, початку лютого. Многое залежит от того, как будет развиваться ситуация у новокольных краинах. Тому термин может зрушиться на лютый, соковик и красовик. У Беларуси супрать гриппу вакцинована каля 20% населения. У планах прищепить еще столько ж.